الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня с вами мы разберем суру Ан-Наср. Это у нас 110-я сура в Коране. Она у нас состоит из трех аятов. Да, сура на трех строчках только у нас, да, поэтому она не очень долгая, но в ней есть ахкам, правила, которые следует учитывать при ее чтении. Как обычно, мы начинаем чтение с истиады, а затем басмала, да, и начинаем читать первый аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Первая буква здесь у нас хамза. Начинаем с нее. Прочитаю первый аят, а затем разберем. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Первое у нас إِذَا. Внимательно, إِذَا, إِذَا часто делают как будто «э», «и», четко «и», إِذَا. Потом обращаем внимание на эту букву. Часто ошибка у сестер здесь, что они читают ее как «з», «иза». И вторая ошибка, что даже если читают и «дэль» верно, то «альф», которая после нее, чрезмерно смягчают, и получается «идэ», что тоже неверно. «Идэ», «идэ». Да, как произносить правильно «фатху» и «альф»? Есть отдельный урок на сайте, вы можете посмотреть. Далее идет «харфль джим». «Джа», «джа». Внимательно, что джим – это не твердая буква, это мягкая буква, но также не чрезмерствуйте ни дже, да, ни, вот, мягкости, а не склоняйте ее к букве и. Дже, дже. Над следующей буквой алиф мы видим волнистую линию. Это говорит о том, что мы эту алиф должны почитать дольше, да, чем обычная, допустим, мат табе, здесь мат муттасль. Читаем четыре харакета. Почему? Потому что после нее стоит хамза. Ида джа а. Читаем четко, не а, а. Ида джа насруллахи. Далее идет харф на или харф нун с фатхой. На. За ним харф сад. Внимательно, чтобы мягкость нун не нарушала следующая за ней буква сад. Не было насру, насру. Да? На, насру. Далее обращаем на букву сад. Во-первых, она твердая, но не чрезмерствуем в твердости и не вытягиваем губы. Насу, насру, да, как будто су. Насру. Плюс не теряем ее сафир. Такой звук, похожий на свист. Не насру, насру, насру. И время сад даем тоже, не сокращаем. Не говорим насру. Это коротко. Насру. Ида джа насру. Да, то есть ра здесь твердая. Ру. Далее лявдаль джаляля. Аллах. Лям читаем твердо. Да, поэтому внимательно. И га в конце с касрой. Она у нас мягкая буква га. И внимательно с кастрой не теряем, да, то есть букву «г» мы не теряем. И плюс еще обращайте внимание на произношение кастрой. Не «гэй», да, пытаюсь ее выделить, может, тверже как-то. Не «гэй», как будто вообще пропадает. Или как «хи», некоторые читают, да. «Аллахи». То есть кастра четко. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ. Далее у нас следующая буква «вау». «Вау» — мягкая буква, поэтому внимательно не говори «ва», «ва», да? «Ва», «вэль-фатх»,
well, хамзат الوصل после вау, да, с вот таким похожим на сад такой, таким знаком, да, мы не читаем, читаем следующий лям, над ней у нас идет сукун халия, что говорит о том, что эта буква читается лям четко, ясно, но внимательно, у нее нету калькаля, мы ее резко не отрываем. Вали, вали, это ошибка. Вал, валь-фатх. Да, буква фа, произносим опять же не фе, не фа, мягко. Валь-фатх. Потом т, т с воздухом. Фат, фат, валь-фатх. И буква ха тоже при остановке у нас получается сукун, получается т. И затем буква ха. Ха чуть-чуть дольше, чем та. Обратите на это внимание. Уэльфат. Да, то есть ха чуть дольше. Еще раз этот аят. Иза джаа насруллахи вальфат. Это первый аят в этой суре. Второй аят. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Здесь буква вау опять же мягкая, ра твердая. ورأى. Потом а, за ней тоже гамза, мягкая буква, но внимательно. Часто ошибку делают твердо ее и еще и открывают широко рот, получается айта, да, и сильно нажимают на я. Ай, ай, а не ай, ай, да, такой звук очень резкий, этого не должно быть. Потом, значит, мы придерживаем чуть-чуть на я. Уэроайта, не уэроайта. Да, я быстро не читаем, при этом чрезмерно тоже не жмем на махарач, на середину языка. Та, та, да, не говорим то, та, та, да, такой звук приглушенный, нет. Та, у нее есть гамс, и он должен ощущаться, да, ну, умеренно. Затем после буквы та мы видим гамзатель-осль, которая в слитном чтении не читается. И тоже лям, над которой сукун ария, говорящий нам, что здесь идгам, солнечная буква, и лям не читается. Уэро-эй-тан-на-ся. Да, то есть нун мушаддада удвоенная, мы ее чуть придерживаем дольше, чем обычные удвоенные буквы. Уэро-эй-тан-на-ся. На подтягиваем. Видим, уже здесь длинной такой волнистой линии, как вот в этом примере, нету. То есть мы ее просто тянем «наса» и все. Два хараката. «Вараэйта наса едхулюна». «Ед» – «я». Внимательно, не «ед», «ед». «Я», «ед», «даль», не «ядхулюна», да, делают как «фатху», похоже, нет. Отрываем просто от махараджа немножко. Яд. Да, чтобы звук не, как бы не звучал, как будто согласовкой. Яд хулюна. Буква ха твердая. Ну, опять же, в умеренности. Степень твердости у нас не самая твердая. Плюс буква ха, в общем-то, тоже не к самым твердым относится. Хотя в основе твердая, да? Яд хулюна. Лю, протягиваем два хараката. Внимательно, что это буква мягкая лям. В основном мы встречаем ее как мягкую в основе, да? И поэтому не ядхулуна, а лю, ядхулуна. Нун с фатха, не ядхулуна. Тоже твердо ее не нужно делать. Фи, дини. Внимательно, вот эту фи часто сестры... как бы теряют и читают фидини. Нет, фи, это фа, и потом я, да, вот это внизу, это буква я, которая, ну, точки здесь нету, точек, да, но форму мы видим, что это я. Фидини, то же самое, то есть здесь и здесь одинаковая длина мата, хотя здесь точки мы не видим, здесь мы видим такой же харф.
Фи-ди-ни-ля-ги. Тоже внимательно, чтобы даль не оглушалась здесь. Не фи-ти-ни. Да, фи-ди. Фи-ди-ни-ля-ги. Ля-ги уже был у нас впереди. Такой же пример. Аф-ва-джа. А, гамза мягкая, потом фа. Аф. Да, даем звук. Ва мягкая. Ва, не ва, аф, ва-джа. Внимательно, чтобы губы равномерно и верхняя и нижняя губа вытягивались одинаково. Не было так, что верхняя губа впереди, а нижняя как бы позади немножко. Иначе получается звук похожий на в. Ф-ва-джа, да? Нет. Ф-ва-джа. Выравниваем их. И при остановке джа мы тянем два хараката. При продолжении здесь бы мы читали как танвин или правило танвина, но при остановке тянем джа в два хараката. Ф-ва-джа. Таким образом мы завершили с вами разбор второго аята. Еще раз его прочитаю. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Переходим к разбору последнего третьего аята. У нас мы его как бы на две части разделим. فسبح بحمد ربك واستغفر Иннаху кана тавваба. Сначала у нас идет фасабих. Внимательно. Фа-са. Мягкие буквы. Ба мушаддада. Удвоено. Не фасабих, а фасабих. И четко би, чтобы не было бих. Фасабих. Фасабих. Показываем кастру четко. И ха не фасабих. Резко, да, так не говорим. Бех, то есть она как бы слышима, у нее есть время немножко больше, чем, например, в той же, например, букве еды хулюна. Здесь она быстро, да, калкаля. Фасабих. Дальше би. Тоже внимательно касту, чтобы би не было. Би. Ха. Такое написание мы видим, как буква ба как бы напрыгнула на букву ха. Часто такое вот встречается в этом почерке. Бихамди роббика. Бихамди. Внимательно, вот это мим. Бихамди. Так читать не надо. Бихамди. И четко касруди. Тоже не оглушаем, как у нас было в слове диини. Роббика. Харфы ро твердо. Ро. Не ро. Роббика. Да? Роббика. Ка мягко, не роббика или ка, или еще как-то. Ка, роббика, мягко. Ва, далее опять же мягко читаем. Ва стауфир. Ва мягко, потом гамзатальвасаль, которая не читается. Син придерживаем, да, не даем ей, чтобы получилось как палкала. Ва стауфир, да, то есть вот такие звуки не должны быть. Вастауфир. То есть у нас син придержим, гайн придержим. Они одной длины. Син. Син и гайн одной длины. Вастауфир. Да? Ра чуть-чуть короче. Буква гайн придержим. И смотрим, чтобы она не получилась как буква ха. Вастауфир. Да? Не ха, а буква гайн другая. Вастауфир. Хотя махрадж у них близкий. Ну, один. Та, уэста, да, не делаем твердое, та, мягко. Уэста, гайн, твердая буква, это не забываем. Фи, как раз мягкая. Да, и вот это сочетание, чтобы твердость гайн не передалась букве фа. Уэста, фир, нет. Фи, та, фи. Уэста, фир. Ра сякина, и перед ней кастр читается ра мягкая, поэтому не фир. Часто тоже ошибка говорят «уэстауфир». Нет, «уэстауфир». И буква «га» в конце тоже с сукуном. Поэтому внимательно, так как «ра» с сукуном и после нее «га» с сукуном, да, такой переход, чтобы каждая буква была слышима, и при этом «га» не превратилась в букву «ха», да, то есть
из-за того, что для некоторых она сложная в произношении. Уэстелфир, да, буква Г, а не Х. Здесь можно остановиться и продолжить то, того, что после него. Иннаху кана тауаба. И, четко и, говорим, да, про это уже в начале первого аята было сказано. Иннаху, когда нун мушаддада, читаем ее дольше, чем просто иннаху, да, потому что здесь гунна самая большая. Потом четко гу, гу, особенно га с даммой, часто склоняется к тому, что о, такой звук га исчезает, даже у тех, у кого она получается, в общем, из-за того, что губы вытягиваются. Постарайтесь и га удержать, и губы тоже на даму вытянуть достаточно. Иннаху. Потом у нас идет маленькая вау, это говорит о том, что при слитном чтении мы здесь читаем как долгий мед. Гу, да, иннаху. А если бы остановились, просто га бы было. Инна. Итак, мы соединяем, поэтому иннаху кана. К, не кена, да, многие кена говорят, как бы очень смягчают, или кана, наоборот, к делают твердое. Это чуть-чуть мягче, чем русское кэф, но алиф внимательно соблюдаем, чтобы это было а, а не э. Не за счет алиф мы его смягчаем, а за счет того, что правильно даем сифат и махрадж этой буквы. Кана, кана, тауаба, та, мягкая буква. Вау, тоже мягкая, тут, в принципе, все буквы мягкие в этом, в этой части, нету твердых. И вау, еще и удвоенная. Тау, мы ее удержим, причем не пережимаем сильно, чтобы мы слышали в удвоении и вау, которое с уклоном и согласовкой. Не тауаба, да, чтобы такого не было. Потому что иногда вот это понимание набора неверно за счет искажения, да, и замены или подмены буквы, которую мы легко можем прочитать просто сильным зажиманием махраджа. Нет, мы читаем просто махрадж согласно того, что мы видим, да? Буква вау. Тауа, потом алиф у нас долгая. Тауаба. И останавливаемся на алиф тоже. Мим, вот это на слитное чтение уже нам подсказывает, так как следующая буква будет ба в следующей суре, да, басмаля, то здесь будет икляб. А так при остановке просто алиф. Да, то есть у нас вот этот аят. Фасаббих бихамди раббика вастагфир иннаху кана тавваба. Баракаллаху фикум. На этом мы завершили разбор данной суры. Я надеюсь, это вам полезно. Делитесь знанием с другими, получайте награду, иншаллах, за распространение благих знаний. Баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.